очень здорово, что сегодня вот образовалось такое, можно сказать, сообщество неравнодушных молодых ученых, которые могут рассказать, показать, что такое современная наука. Это же очень важно, чтобы ребята, учась в школе, видели, а кем они могут быть, где они могут работать, как они могут работать, если они выберут научную сферу как сферу приложения своих сил и знаний. Сегодня в нашей стране работает около 300 тысяч исследователей. Это только исследователи, а всего людей в секторе исследований и разработки около миллиона. И вот из этих 300 тысяч исследователей примерно половина, 44%, это люди в возрасте до 39 лет. То есть, можем по правде сказать, у нас одна из самых молодых наук в мире. Я полностью поддерживаю эту инициативу. Конечно, надо вовлекать молодежь в науку, потому что громадное количество возможностей, много интересных направлений. Знаю, многие школьники сейчас очень интересуются искусственным интеллектом. Много ребят, с кем я знаком, работают искусственный интеллект в медицине, разрабатывают алгоритмы для компьютерного зрения, как раз для лучевой диагностики, для определения заболеваний на диагностических изображениях. Проект, который мы сегодня презентовали, как раз отвечает, с одной стороны, на задачи и интересы системы московского образования, с другой стороны, на интересы и потребности молодых ученых. Ну и, кроме того, мы же понимаем, что будущее Москвы, будущее московской экономики, скажем, через 20 лет, оно сегодня сидит за партами. Поэтому нужно сосредоточить все наши усилия для того, чтобы сделать их обучение, в том числе содействовать в рамках этого обучения подготовке новых ученых, новых гениев.